Длительный переезд или путешествие по Гродненской области стали еще удобнее. Автозаправки нового поколения есть теперь почти на каждой трассе. Новая станция появилась и на выезде из Гродно в направлении Озер. АЗС оборудована по последнему слову. Еще больше топливораздаточных колонок, увеличенная парковка, удобный заезд и выезд, а также много других усовершенствований. На данной заправочной станции установлены новые инновационные колонки с мультимедийным сообщением, и тем самым они не только, получается, происходит трансляция видов топлива, но и также с помощью данного дисплея происходит трансляция из разного рода. Также на данной заправочной станции у нас установлена инновационная, вторая в Республике Беларусь, новая ГРК, то есть газовая колонка. Она предоставляет такую возможность, как заправку бытовых баллонов. Также на данной заправочной станции есть установлены электробатареи. То есть это инновация, которая до этого на этой заправочной станции не была. По оживленной трассе на этом участке дороги проходят десятки тысяч автомобилей, в том числе общественный транспорт и туристические автобусы. Запросы у потребителей разные. Водители спокойно делают остановку в разрешенном месте, по необходимости заправляют транспортное средство, а пассажиры могут воспользоваться услугами мини-кафе, отдохнуть от дороги, перекусить и даже зарядить свои гаджеты. Я открывала старую заправку 20 год назад, а теперь открываю новую заправку нового формата, и она в 1000% лучше. До открытия новой заправки заправка была синяя, была старого формата, она была намного меньше. Неудобно было для клиентов, они уже привыкли, что у нас все новенькие заправки. Спрашивают, когда же вас уже сделают зелененькие, чтобы им было привычно. Ну, теперь заправка вот очень хорошего формата, и теперь у нас очень много новых общепитов. У нас теперь есть холодные коктейли, есть холодный кофе, которого у нас раньше не было. Очень большой выбор общепита. Люди будут приезжать, будут пробовать, и я думаю, что после этого они будут к нам возвращаться. Удобное расположение, обилие услуг и бескомпромиссный профессионализм. Именно эти критерии заставляют проезжающих останавливаться и с удовольствием проводить время на автозаправочной станции. За комфортную атмосферу, конечно, отвечают сами сотрудники. Именно они делают ее по-настоящему приятной и уютной. Эта автозаправочная станция особенно именно тем, что уже она выполнена в новом фирменном стиле, стиле 2021 года компании производственного объединения «Беларуснефть», в рамках которой мы и обновляемся. По всей республике точно так же обновляются все заправочные станции. Это новая цветовая гамма, это новые материалы, это более, скажем так, эффективные формы доступа к клиенту. На текущий момент мы уже обновили порядка 5 автозаправочных станций. До конца этого года мы еще 2 сделаем именно в городе Гродно. И на одной из автозаправочных станций будет сделан новый проект для именно заправочной станции. Это магазин формата «У дома». Модернизация этой автозаправочной станции требовалась давно, и теперь обновленная АЗС номер 14 ждет своих посетителей уже с новыми услугами и предложениями. Мы вот ехали просто в Озера домой, и мы вот заехали, смотрим открытие, заехали купить, попить. И тут нам вручили подарок, квас. «Беларуснефть-заправка» – это вот сила, это круто. Ну, самая лучшая заправка. В планах компании «Беларуснефть» продолжать реконструировать и модернизировать все устаревшие заправки, чтобы на их месте появились полюбившиеся всем автозаправочные комплексы с широким спектром возможностей для посетителей. Ольга Пранкевич, Андрей Шиповалов, новости Гродно+.